Только что вышел, сгорел здесь дом, буквально вот люди начали строиться, семеро детей здесь. Так, Талкурган, Уйтуган 29, Бугор. Буквально сегодня пришла информация, только сейчас освободился. Здесь у семьи сгорел дом, жилище, дальше не буду ходить. Обязательно покажем видео, которое нам сегодня прислали подписчики. И, собственно, требуется помощь. Все то, что требуется, я обязательно напишу в тексте. Так, Талкурган снимаю ночью, может быть, не видно. Запоминайте, улица Уйтуган, 29 дом, Уйтуган 29, запомнили? Заметите, вот этот дом, вот, то есть он, они когда-то строились, вот, буквально начали строиться люди. 7 человек, то есть здесь 7 детей, все мальчики, нужна одежда, все, что было, сгорело здесь. То есть запомнили, да? Вот здесь будет такая куча, не знаю, уберут, наверное, скорее всего. Я Бугор особо не знаю, но примерно вот ориентир вот такой будет. Запомнили, да, вот там конура какая-то, вот ящик газовый, такой вот дом. Он обшитый только вот этим утепляющим материалом. И вот, собственно, забора здесь нет нигде. Собаки тоже нет. В любой момент можете подъехать. Нужны стройматериалы, одежда нужна. Ну и деньгами кто может, если помочь. От этого никто не застрахован. Тем более в такой хороший месяц Рамадан успеете сделать хорошее дело. Верста, я знаю, что уверен в том, что вознаградится нам всем за такие хорошие дела. Все мальчики, нужна одежда, нужны стройматериалы, какие-то, ну, средства, деньги для того, чтобы люди сейчас хотя бы где-то временно, да, пожили. Там все буквально сгорело, документы только остались. Жан, кетті, соған кішкене болса да көмек сұраймын, жетіп алшы қамын.